если я способен вернуться, способен каждый. Говно сказали мне бомжи у тёзка. Не знают жить, хоть их пальто обоссан. Их не наебёшь за просто так. Они знают, что такое отбросы. Мой друг Василий самый модный бомж. На хую твой диск подбросит? Раф 8, его прёт другой рэп. Не читают про пальто, шляпы и трости. Но его не прут пидорасы Московской области, которые капусту косят и косят подкасту. Василий слышит их и закипает от злости. Почему рэп такая хуета? Вот вопрос. Небось в передачах Владимира Познера мы не видели такого позора, друзья. Тому и свои мужчины в очках делают другого плана чипку. Они вполне четко зачитывают информацию с размышлениями. Хотя они пидорасят Ленина, но тем не менее Познер с банды — это более модный рэп для более модных оленей. Мудаки в Москве и мудаки в Питере. Эти пидоры вставляют в жопу болт. Каждый день мы видим их. Реперки-любители читают свои куплеты в Марьино и в Митино. Не бить их в рот, друзья, это охуительно. Мудаки в Москве и мудаки в Питере. Эти пидоры вставляют в жопу болт. Каждый день мы видим их. Реперки-любители читают свои куплеты в Марьино и в Митино. Не бить их в рот, друзья, это охуительно. Мудила, тусуйся с Тимати, читай детективы Дарьи Донцовой. Делай в подъездах отсосу Бориса Немцова. У тебя выебал в рот раз 500. Ты в модных кальсонах, особо важная персона. Кто ты такой, мудак, я тебя не знаю в лицо. Если в Ленинграде ты сосал бы, как борец из Собра. Сука, ты умрешь лет 40. В своей постели обоссанный старик без зуба. Кто ты такой, мудак? Ты не живешь по законам зоны, как живут в Рязани. Ты сосешь по подъездам в Москве, сдаешь экзамены. Вот весь твой опыт, ты нихуя не стоишь. Ни в розницу, ни оптом. Мы тебя выебем в рот, поэтому потом думай, как припасть ртом в болту в Государственной Думе. Как устроиться работать ментом или в Спартак думать. Как много мудаков там, но ты самый духлый. Здесь бы ты сосал, может быть, в рыбном порту, но уж точно не носил бы трубы. Я знаю, тут быть рэпером трудно, но тебя все прут, и ты в колготках выходишь на бульвар в Фудне. На каблуках туфли, ты накрасил помадой, блядь, губы. Ты ебучий рэпер и слушаешь только лу. Пидорас, блядь, Мутант Клан, нахуй. Мудаки в Москве и мудаки в Питере. Эти пидоры вставляют в жопу болт. Каждый день мы видим их. Реперки-любители читают свои куплеты в Марьино и в Митино. Ебись их в рот, друзья, это охуительно. Небось в передаче Владимира Познера мы не видели такого позора, друзья. Там улицы и мужчины в очках делают другого плана чипку. Они вполне четко зачитывают информацию к размышлению. Хотя они пидорасят Ленина, но тем не менее Познер с банды — это более модный рэп для более модных оленей.